Всем снова привет, с вами Лара Крофт, и я перемещаюсь. И снова лето, друзья. Удивительно. Так, нам с вами надо понять, куда. Ага, вот сюда. Опа, нет. Плывем, что ж делать? Stormy old weather, when the wind blows it awful together. When up jumped a herring, the queen of the sea, says now, old skipper, you cannot catch me. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows it awful together. He saw to the thrasher, slashing his tail. Time now, old skipper, to hoist up your sail. In the windy old weather, stormy old weather. Что ж, вперед. Сначала, как всегда, я беседую с нужными товарищами. Опять запретная зона. Ай-яй-яй. Нехорошо. С кем я там должна встретиться? Здравствуй. Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да, он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании. Все ресурсы тамплиеров в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей, найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. Нужно пробраться в Конгресс, желательно незаметно. А также забрать какой-то манускрипт. Так, опасно сейчас куда-либо двигаться. Подождем немножко. Ты меня не видишь. Тебе померещилось. Собственно, тот чувак мне не нужен. Давай. Кукурузу. Быстрей.
Хорошо, что они не видят меня в этих зарослях. Ну что, тебя за компанию? Можешь так сказать, себе здесь путь сделать безопаснее. Так, здесь пока никого. Got your eye on someone, have you? А, так. Вот уже мы на Конгрессе. Ага. Это, видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Может, манускрипт у него. Или он знает у кого. Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом и дающий больше независимости колониям. Сейчас мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Вдохновенная речь, мастер Франклин. Вы впрямь верите, что Великобритания дарует нам свободу? У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о политике. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И как было сказано в моем письме, я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта, капитан? Прошу прощения, сэр, но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? А. Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Ты жалкое подобие солдата. Бегом, Форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Короля, нам нужно более влиятельное правительство. Хорошо. Нет, сведу. Давай, давай. Оу. Поняла. На тебе комбо. Бревна где-то. Не зажимайте это, а. Теперь Уордроп. Его очередь. Погибать. Ну, давайте посмотрим, как сюда попасть-то. Явно не через ворота. Ага. А как? Оу, понятно.
Сейчас совой обитает, да? Здесь меня слышат? Они здесь плохо слышат, но хорошо видят. Так, давайте же найдем Уордропа, только... Дав мне так спрыгнуть. Ой-ой-ой. Где он? Ага, вон он ходит. Сейчас что-то придумаем. Главное, чтобы нас здесь не заметили. Ой-ой-ой. Этот идиот. О нет, ты меня не видишь. Тебе померещилось. Блин. Ну, приблизительно так. Это я заберу. Чертов тамплиер. Нет, ты не понимаешь, что творишь, глупец. Освобождаю людей от вашей власти. И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено, в опасности все. Даже дьявол процитирует Библию для своей выгоды. Так, хорошо было сказано, но нам надо убегать отсюда быстрее, как можно быстрее. Куда? Это куда? Отлично.